Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в какого-то динозавра, Wild Динозавр. Обычно я не качаю такие игры, но когда они 100 с лишним тысяч скачем, заметьте, и более 4, считай, сами поставили, там 4 с лишним, то просто сомнение какое-то подкрадывается, либо это 100 тысяч ботов, в том, например, либо игрушка более-менее хороша в своем жанре. Давайте. Левел здесь предостаточно, поэтому будем первый, даже, в принципе, не досужились менять хотя бы картинки каждого левела, типа 1-0-1. Ну ладно. Ну хотя бы это что-то в плане того, что какая-то графика есть. Жесть. Так, тихо. О, левел комплект. Оказывается, не все так печально. Пробежался, раздолбал пару. Так, надо пройдем, что... Ох, смотри. Бежишь, долбишь все. Зарабатываешь деньги. Я не знаю, другого динозавра себе покупаем. Тихо. Давай, здание, руж, взрывай. Прикольно, на все столбы. Только я не понимаю, что тут делать вообще. Так-то. А, ну тут вот он делает. О, надо этих. Смотри, у нас люди, короче. Иди сюда, братуха. О! У нас люди, в принципе, в рост зданий, короче. Ну-ка, у нас нефтепроводы, короче, не раздолбишь. Вот как с умом раньше делали. Точнее, делаю здесь какая-то протечка, утечка. Чё, нифига, да? Да. Утечку, протечку. О, раздолбаем. Шопс, давай. Я так не понимаю. О, давай-ка, 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 братухи. Вон, видишь, вот рост у них, да? Эй, иди сюда, братух. Он сломал ему шею. Надо либо все раздолбать. Ну, давайте посмотрим, бежим. Чё, прыгай. Динозавр не может забор обойти. Главное, здание рушит, все рушит. Да, забор обойти не может. Ладно. Чё это такое? Не надо все разбомбить, что ли? Я не понимаю. Может, все-таки надо было что-то определенное? Максимум время. Time is out. Restart. Что надо раздолбить? Destroy the... А, два карт. And to current city. Окей, братуха. Почему-то он мне, короче, запретил. Кстати, вот разблокируем давайте этого. От динозавра и второй левел. Мы набрали много очков для разблокировки динозавра. Хорошо, нужно кары, кстати, убить. Я не понимаю, почему кары. Карен Сити. Все машины в этом городе надо раздолбать, что ли? Ты чё, Аня, долбишься? Чё, все? Блин, что-то я не пойму, что-то Карен Сити, хорошо. Переводчик. Ну все долбим. Все долбим, а толку нету. Бегайте. Давай. Блин, заправка целая упала. Да дай мне только кар убить. Все. Хочешь? Хочешь? А может остановки? Остановки? О! Может остановки надо? Давай, раздавливаем. Ой, какой кар. Остановка. Хочешь, 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 давай. Все, остановки раздолбаем. По дороге мы... О, видишь, какой рост, да, у них? Дверь какая маленькая. Братух, ты не опасаешься, да, динозавра? Тебе пофиг на динозавра.
Хочешь? 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 Ты чё, еврей? Свет не верю, похож. Ничего не имею против. Но он похож на него. Тут только одни евреи живут, и им... Всё. На. Я ещё не понимаю, чё здесь раздалбливать-то надо? Карл. Оказывается, нужно уничтожить одну скамейку и две машины. Я полгорода разнес, короче, и толку нету. Кстати, окей, не всегда жмется. Почему такая фигня? Зависает, что ли? Так, две машины и одну кар. Давай вот первую машину, скамейку. Скамейку надо найти, короче, ребят. Видите скамейку? Так, а скамейки у нас вообще где? Вообще есть скамейки, интересно. Я полгорода разнес, скамейки не нашел. Одну скамейку называется. Где скамейки, ребята? Скамейки, дайте мне скамейку. Реально, а реально тут нету скамейки, поэтому мне тяжело было. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу скамейки. А, вот скамейки. Вот и все. Все. Мы это сделали. И оказывается, все сложнее, чем я думал. И не с первого раза нажимается. Что-то мне кажется, что еще сложнее сейчас стало. О, фух, я нажал, кстати, я ждал, когда нажмется само, чтобы запись не прерывать. Давайте сначала попробуем раздолбать все. Все, что есть, все, что нужно, я не знаю. Остановки раздолбашить. Кстати, здесь хотя бы кар не надо долбить. Убить людей. Кстати, видите, я даже пройти не могу. Типа того, там уже забаррикадировано было. Лес раздолбим. Вот этих чуваков, короче. Здорово, братуха. Кстати, почему ты не умер? Ну ладно. Фиг с тобой. Чищ, ходишь такой, типа. Надо все раздолбать. Какие-то эти. Ой, все там. Дома, кары. Все мы... Все просто надо... Давай. Смотри, я убить не могу. Даже меня не опасается вообще почку. Кажется, это просто убивать не может. Ты чё? Вообще жесть. У меня же даже орёт, а толку нет. Типа, надо просто бегать по этим, знаете, промеж домов, раз все разрушивается, может быть, что-нибудь найдем. О, все, раздолбали. Next. Оказывается, kills одного охотника и 3 freeze. Ладно, давайте одного охотника. Охотника, я так понял, что это кто? Прыгаешь, что ли, будешь? Кстати, нет, давайте-ка назад, наверное. Да что ты, даже прыгнуть не хочет. А, все, прыгнул. Давай, братух, ты охотник, что ли? За головами. Кажется, ты даже умирать не хочешь. Он не умеет убивать. Ладно. Ладно, придется что-то делать, ребят. Так, одного человека, одну эту. Вот, здесь вот видите. Одного человека-то как убить? Он не умирает, если. Надо что-то делать. Надо выбрать другого, короче. Динозавера. Давайте выберем эту, что купим за 1,5. Можно что? Мы его купили. Вот, селест. А, вот. Вот этого динозавера, короче, за полторашечку прям.
вровень выпирать. Как раз сверху можно посмотреть. Не, кстати говоря, я бы не сказал, что это игра, я не знаю, супер-мега крутая. Но так весело, если честно. Я как бы не хочу говорить. Ух ты, я прошел даже мимо этих. Три дерева. Опа. Так, все, три дерева и осталось одного пипл. Где пипл? Здорово, брату. О! Ха-ха! Все, мы сделали свой мега шанс убить кого-то еще. И, в принципе, так все проходится. Так, берем, смотрите, видите. Одного машин, две кар, стоянка, остановка. Давайте, даже пускай мешается. Так, сначала надо кого-то найти. Кар мы уже убили. Остановку мы, кстати, от чувачка мы, кстати, тоже сейчас. Вот и все. Не ори, не дома. И дом не ори. Так, и, наверное... А, кстати. А, остановку еще надо раздолбать. Подождите, ребят, остановку. Остановку, остановку. Где... А, вот. Все, мы раздолбали, молодцы. Теперь осталась остановка. Здесь как-то просто поприятнее сделано все. Я не хочу как говорить, что это типа мега игрушка, но просто поприятнее сделано. Вот остановка. Ну ладно, ребят, если вам понравились игрушки, оставлю ссылку в описании. На этом все. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.